Николай Иванович, вот так получалось, что Витебск вроде бы самый северный областной центр, но не было футбольного манежа. Вообще, насколько это объект нужен футбольной команде? Ну, футбольный манеж для футбола города Витебска, ну, просто был жизненно необходим. И это даже, ну, не столько та составляющая команды мастеров взрослые, а касаемо детского футбола. Манеж и строится специально для детской и юношеской спортивной школы. Зимы в Беларуси суровые, но Витебск у нас самый северный город. И естественно, что каждую зиму тренировочный процесс у детей прерывался, там приходилось переходить в зал, там, но это немножко другое. Тем более, что детям уже начиная с 12 лет рекомендовано круглогодично тренироваться на полномерных полях. Было исключение, как вот, ну, в этом году зима, что повезло, практически дети не заходили в зал, но в другом случае, я думаю, лет через 5 это строительство манежа значительно скажется на мастерстве юных футболистов. Ну, вторая составляющая, естественно, какой-то период зимой в начале подготовительного периода, январь-февраль, и взрослая команда сможет здесь тренироваться. Я считаю, что у нас тут очень разумно сделано, что манеж строился не в какой-то другой части города, а именно он будет переходом связан с стадионом, где можно уже использовать имеющую инфраструктуру, а это и кафе, и гостиница, то есть, ну, начиная от детских команд нашей академии, так и каких-то приезжающих для проведения соревнований, либо сборов там, в зимний период, ну, в этом замкнутом цикле, условно, в тапочках, не выходя на улицу, возможно, тренироваться, там, проводить какие-то соревнования, питаться. Ну, вот такой вот замкнутый цикл в результате должен получиться. Ну, также для созданной в прошлом году академии нашим клубом, вот у нас сейчас два возраста есть, сейчас мы планируем набрать третий, ну, здесь будут, мне кажется, вообще идеальные условия, как я уже сказал. Есть возможности питаться и проживать, и закрытое будет поле манеж, далее открытое, травяное. Ну, в принципе, тут уже, наверное, на что-то пожаловаться будет сложно. Должна быть уже и отдача в виде мастерства юных футболистов. Владислав Юрьевич, расскажите, пожалуйста, какие работы вы уже здесь выполнили на этом объекте, на чем сейчас работаете? В данный момент выполнена в полном объеме переходная галерея, который будет осуществляться переход футболистов на непосредственно футбольный манеж. Также практически выполнены общестроительные работы по возведению монолитного фундамента и покрытию манежа. Что еще будет здесь делать, что предстоит? Предстоит доделать покрытие манежа, полотно манежа. Предстоит доделать озеленение и благоустройство территории. А озеленение здесь деревья будут высаживаться, кустарники? Кустарники здесь не планируется. Озеленение — это вот трава, зеленые участки манежа. Благоустройство — это устройство тротуарных плиток, устройство бортовых камней, устройство ограждений. Более 100 у вас человек ежедневно, в каком режиме работаете? На данном объекте находится более 30 человек. Задействована техника, экскаваторы, катки. Режим работы осуществляется с 8 утра до 5 часов вечера. 5 дней в неделю. 5 дней в неделю. Финансирование идет благополучно, все с этим, и материалов хватает. Финансирование, поступление строительных материалов осуществляется в полном объеме и в срок. Все, спасибо.